Каждой многодетной семье по земельному участку под строительство. Без малого 1500 горожан уже получили свои наделы. В администрации округа прошла еще одна жеребьевка земель для многодетных. В розыгрыше участки в черте Уссурийска, а именно на улицах Анучинской и Резервной. Среди приглашенных на жеребьевку только 6 семей решили попытать счастье в этот раз. Напомним, многодетные семьи, которые получили участки, имеют право оформить землю в собственность. На нашей территории 1336 наделов уже розданы. Еще 255 ждут очереди. Следующая жеребьевка намечена на июнь. В розыгрыше также будут участки на улицах Анучинской и Резервной. Возможно, добавятся земли из улицы 8 марта.